На этой неделе в открытом молодежном центре ЕСН «Сил Ламяя» прошла рабочая встреча руководителя центра Игоря Малышева и представителя фирмы «Норвес Металл» Варвары Захаровой. В рамках встречи обсудили общие вопросы двухстороннего сотрудничества, идеи совместных проектов, а также заключили договор о сотрудничестве на летний сезон. Комментарии после встречи. Сегодня прошла встреча с представителями «Норвес Металл». Разговор шел о том, что предприятие, которое находится в городе Сил Ламяя, заинтересовано по возможности рассмотреть возможность помогать молодым жителям нашего города остаться в этом городе, закрепиться в этом городе и сделать так, чтобы этот город был немножко лучше. Если более конкретно рассказать, о чем шла встреча, в 2023 году в городе Сил Ламяя планируется трудовая деятельность среди молодежи, которая проживает в нашем городе. И мы надеемся, что сегодняшняя встреча даст возможность молодым людям в летний период времени в рамках трудового отряда выполнить свои получить свои трудовые навыки и за эти трудовые навыки получить заработную плату. Второе направление, которое обсуждалось на встрече представителей «Норвес Металл», обратили внимание на то, что организация ЕСН занимается очень сильно такими направлениями, как творчество молодежи, какое-то, не знаю, техническое развитие молодежи, организация проведения мероприятий, и тоже заинтересованы рассмотреть вопрос о совместных проектах, которые можно было бы организовать и провести в городе Сил Ламяя. Это достаточно позитивная новость. Будем надеяться, что проекты будут реализованы. С нашей стороны сделано все, что возможно. Остается ход за «Норвес Металлом». Да, встреча закончилась. Действительно, она была продуктивной. Действительно, нашли определенные точки соприкосновения. Как Игорь уже отметил, мы действительно заинтересованы в том, чтобы город развивался. Ну, а естественно, это прежде всего связано с развитием молодежи здесь. Поэтому со своей стороны, конечно же, мы как предприятие, ну, не побоюсь большого слова, градообразующие, заинтересованы и готовы сделать все возможное от себя, чтобы каким-то образом помочь, ну, вот я так понимаю, именно летом будет необходимость ребятам пройти определенную трудовую практику, звучит несколько так, практику, поэтому со своей стороны постараемся предоставить возможности для ее прохождения. Действительно, очень рады будем сотрудничать, в голове достаточно много и в планах достаточно много общих проектов, которые постараемся реализовать. Еще раз благодарю за встречу. Следить за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.